Всем привет! Меня зовут Ксения, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня 1 декабря. Представляете, как быстро летит время? До Нового года меньше месяца. Я немного, если честно, в шоке. Но не об этом речь. Так как до Нового года остается все меньше и меньше времени, скоро, в принципе, уже все начнут массово наряжать комнаты, квартиры, дома, все что угодно, потому что уже хочется атмосферу новогоднего чуда, новогоднего настроения. Но перед тем, как нарядить квартиру, дом, комнату, без разницы, нужно немножечко, наверное, в ней убраться. Сегодня я решила посвятить сегодняшний день, сегодняшнее видео про уборку квартиры. Это будет глобальное видео, это будет видео про всю мою квартиру. Я хочу пересмотреть все свои ящики, все перебрать, ненужное либо выкинуть, если оно уже отвратительное, либо выставить в барахолку, на Авито, что-нибудь такое. Вот. Но избавиться от ненужных вещей, которыми я не пользуюсь, долго не пользовалась и, скорее всего, не буду пользоваться, потому что в Новый год нужно идти с чистым пространством и с чистой совестью. Да, нужно избавиться от старых вещей, которые были в вашей жизни в этот год. Можете как-то их даже связать чисто психологически, то есть вы выбрасываете, по сути, ну, допустим, какую-то ненужную тетрадь. Вам кажется, что это просто тетрадь, а просто привяжите ее мысленно к тому, что вы выбрасываете все свои проблемы, которые были в этом году, которые вам мешали жить, тревожили вас. Просто я хочу не только протереть, знаете, вот пыль там в полочках. Нет, я хочу прям полностью все перебрать, прям от и до. Мне очень хочется этим заняться. И я хочу, чтобы вы, посмотрев это видео, возможно, замотивировались. То есть вы такие думаете, да нет, у меня все окей, у меня там все нужные вещи. На самом деле нет. Поэтому мы сейчас с вами этим и займемся. Если вам интересно такое видео, оставайтесь со мной и приятного просмотра. Итак, первым делом я включаю себе Кинопоиск, на котором у меня есть подписка, и включаю свою любимую музыку, либо же свою волну включаю, и что-то мне обязательно играет на фоне. Это обязательное условие для уборки. Так, первым делом я буду убираться вот в этом ящике. Ищет Мишенька берлогу, я ж забрался в норку спать, так и будем зимовать. Желтых листьев всюду много, ищет Мишенька берлогу, я ж забрался в норку спать, так и будем зимовать. Желтых листьев всюду много, ищет Мишенька берлогу, я ж забрался. Ну что, будто подошло к концу это видео. Максимально, наверное, странное, да, видео для моего канала, но это моя жизнь, мой канал, я транслирую то, что происходит в моей жизни. Я надеюсь, это видео вам, во-первых, понравилось, а во-вторых, вы замотивировались на уборку квартиры.
там, комнаты, квартиры, дома, неважно чего. Главное, что вы замотивировались, и, посмотрев мое видео, вы немножечко так подумаете, блин, а может, мне тоже убраться стоит? Я надеюсь, я принесла именно эти мысли в вашу голову после просмотра этого видеоролика. Кстати, я в видео упоминала, что я некоторые вещи выкладываю на Авито. Если вам интересно, под видео в описании будет ссылочка на мой профиль. Вы можете посмотреть, может быть, какие-то вещи вам понравились, либо понравятся, вы там, допустим, захотите приобрести. У меня присутствует Авито-доставка, то есть отправлю в любой город, куда хотите. Вот. Также при покупке нескольких вещей обязательно делаю скидочку, поэтому заглядывайте в описание, буду очень рада, если вам что-то приглянется. А на этом мое видео подошло к концу. Подписывайтесь на мой канал и до встречи в новом видео. Пока!